объявление в газете. Продаю говорящую собаку. Ну, пошел молодой человек, стучит в дверь, открывает ему мужчина, говорит, здравствуйте. Он говорит, слушайте, я увидел объявление, вы говорящую собаку продаете? Он говорит, да, продаю собаку говорящую. Проходите, пожалуйста. Заходит в комнату, сидит собака говорящая, говорит, здравствуйте. Ну, как бы он в шоке, просто не понимает, что происходит. Он говорит, здравствуйте. А как вы стали разговаривающие? Он говорит, ну, никак, просто я вот раньше в полиции служила, потом там частным детективом работала, в разведке была. Ну, потом еще там мы уезжали в разные страны, я там помогала Бэтмену там, ну, то есть вообще заряженная собака. Мужик сидит, просто выбегает из комнаты, подходит к хозяину и говорит, слушайте, у вас такая гениальная собака, она разговаривает, зачем же вы его продаете? Он говорит, да пи***т она все. Да, Америка, беременная женщина, беременна двойняшками, значит, идет по улице, вдруг гангстерская перестрелка, в нее попадают, она, в общем, попадает в детей, ужас, но каким-то чудом она остается жива, рожает здоровых детей, все хорошо, чудесно, проходит 15-16 лет, значит, сидит эта мама, все благополучно, все хорошо, забегает дочка, говорит, мама, мама, я ходила только что в туалет и выписала пулю. Она говорит, дочка, успокойся, мне нужно тебе рассказать одну историю, ну и рассказывает историю, как это все произошло. Через какое-то время крик, вдруг вбегает сын и говорит, мама, мама, она говорит, я знаю, знаю, ты, говорит, писал и выписал пулю. Он говорит, нет, я дрочил и застрелил бабушку. Beautiful, 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 beautiful angel. Она так чувствует себя богиней, свет настроения сил. Что тут мне такая дохлая нужна? Вставай! Если бы красота считалась преступлением, тебя бы посадили на пожизненно. Да. Комплимент по-братски. Нет. Твои родители, случайно, не ювелиры? Нет. Тогда откуда у них такое сокровище? Жизнь. Комплимент тебе по-братски. Да. Если бы тебе платили за каждое слово красавчик, ты бы уже разбогател. Комплимент тебе по-братски. Erica, we're all trying.
всякий случай. Нет, есть никто не может блевать. Ясно. Уж лучше бы могла, иногда это помогает. Ой. А ты знаешь, мне уже гораздо легче. Чихнула и сразу полегчало. And as you start to prepare to come down, think about coming down maybe with straight legs for a bit more of a challenge, and just thinking about the sides of the body. Mm-hmm.